Ну и в завершении выпуска в репертуаре музыкального театра Кузбасса появится третья опера. 22 и 23 ноября публику ждет премьера знаменитой постановки Джузеппе Верди «Травиата». Задействованы все ведущие артисты. Из Москвы пригласили мастера по свету Алексея Николаева и питерского сценографа Елену Подлесную. И сейчас такая тенденция началась в Кузбассе, то, что нужно как-то прикоснуться к опере. «Травиата» — это самая известная опера, которая чаще всего идет в мире на множестве площадок, поэтому выбор здесь тоже был очевиден.